На директора муниципальной прачечной в Кирове завели уголовное дело. Об этом сообщают в Следственном комитете. Руководитель прачечной, по версии следователей, превысил свои должностные полномочия. В прошлом году, воспользовавшись своим положением, он дал сотрудникам задачу работать в интересах своей родственницы, которая является индивидуальным предпринимателем. А та, в свою очередь, выполняла госконтракт с одним медицинским учреждением города Кирова. Таким образом, ущерб прачечной составил около 800 тысяч рублей.